Тандем – это специальный велосипед для двоих спортсменов. Ведущий, он же рулевой, занимает место впереди, гонщик с нарушением зрения – за ним. Чемпионат России по спорту слепых впервые состоялся в Омске. Соревнования на велосипедах класса «Тандем» собрали в нашем регионе 12 экипажей, 24 спортсмена из 6 регионов. На этих стартах гонщики имели возможность отобраться на чемпионат мира в Бразилии. Особенность, да, очень такая социально так значимая, социально направленная. То есть это спорт слепых, вид для Омской области очень новый, то есть мы его никогда не профилировали. «Тандем» очень специфический вид спорта, и мы в 2017 году впервые поучаствовали в этих соревнованиях. Мы заявились на субсидию совместно с Центром по олимпийской подготовке, приобрели велосипед. А мячи Павел Нечепуренко и Сергей Рядовой в прошлом году впервые приняли участие в таких соревнованиях. Экипаж тогда сразу стал лучшим в России. На домашних стартах наши спортсмены подтвердили звание сильнейших гонщиков страны в индивидуальной гонке преследования на 4 километра и с хорошим временем отобрались на чемпионат мира в Рио. Я занимался плаванием, тоже по паралимпийцам, и случайно узнал, что есть велосипедный спорт, то есть велотрек по слепым тандем. И как-то, то есть, и катался на велосипеде, то есть, и нашел тренера, и, в принципе, сказал вот так и так, и, то есть, заинтересовались, купили тандемный велосипед и, в принципе, начали тренироваться прям целенаправленно. Вообще главное, чтобы оба пилота были хорошо подготовлены. Если один будет другому помогать, и будет хорошее время. Если один подвисает, вся нагрузка идет на первого или на второго. В гонке преследования на 3 километра у женщин обладательницами золотых наград стали спортсменки из Тулы – Евгения Сахилова и Ольга Никишина. Несколько лет назад Евгения, чемпионка мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением зрения, решила попробовать себя в паралимпийском виде спорта и не прогадала. Я думаю, что моя мечта была – это Олимпиада Токио в 2020 году. Я думаю, что мы достигнем с таким-то тренером и с таким пилотом. Точно, поэтому как бы... И мне это гораздо интереснее. В зале, как бы, оно там сидишь в зале себе, в закрытом помещении. Здесь это все азартнее, интересней. В ГИТе на 1000 метров с места победителями соревнований стали москвичи Леонид Тютин и Артур Спирин. У женщин первенствовали также представительницы столицы Мария Соломатина и Ирина Перфилова. Главный старт сезона по велоспорту слепых на треке пройдет в Рио-де-Жанейро с 22 по 25 марта.